Он подходит все ближе и ближе. Боже, он где-то здесь. Все, купаешься, да? Купаешься? Почему ты так... Это так смешно выглядит, когда ты ходишь в воде. Бля, да, кстати. Хорош. Где ты? Сейчас, секунду. Все. Теперь можешь ходить. Но не так быстро. Я еще попытаюсь жить. Целых 2 секунды. И посмотрим на Пасху. Пэр. Сколько? 1. У нее посес. Кстати, наверное, возможно, она... А. Пос. Я понял. Мы чекаем сейчас все деревья. Опа! Она далеко. Она далеко от того, где я стою, потому что у меня чуб за ночь был супер долгий. Так, ты где? Я уже я был там. Вот там я был. Она далеко от того места. То есть, вероятно, она в той части, да? Да, скорее всего, она где-то здесь. Потому что... Да, господи, это... Так, Чубзаныч. Чубзаныч опять супер долго был. Где она, мать его, находится? Мне кажется, я примерно понимаю. Скорее всего, вон там. Вычисляем ведьму по длительности 2 Чубзанычей. Ну да. Пошел уже геймплей. Это... Профессиональный. Когда какой там уровень? Какой-то там уровень, не помню, 87. Она здесь, она очень быстро, она очень близко. Я ее вычислил, она где-то здесь. Ну не знаю, где именно. Кокос! Она кокос. Господи. Вот она. Как же я калькулейтед? Мне пару секунд не хватило. Кстати. Вот у этой трубы прям дым прикольно выходит, он так быстро выходит. Кстати, я видел здесь кое-какую, да, свечку. Ну не надо. Я видел тебя еще как только вышел, просто, ну, я на дым посмотрел. Ты поможешь мне искать других ведьм. Ты что творишь? Ты что сделал? Я обязательно помогу тебе, но в другой раз. Либо это был дикой? Это был дикой. Ты тварь! Ты тварь! Ты тварь! Погоди! Ты специально загнал туда свечку? В тот угол? Нет, погоди, это был ты. Ты... Так. Либо... Короче, меня как-то одурачили, но это не важно. Возможно, это был не дикой, кстати. Но не знаю, куда ты делся. Я понял, ты оставил вместо себя дикой, а сам куда-то пока бежал, смылся. Скорее всего, так было. Ну, типа того. Я еще по сам понял, типа там... Неконтролируемые действия в панике. Я понял. Вам всем похуй. Вон дикой прыгает. Книга бегает, дикой стоит. Нормальные ведьмы так не бегают. Или желание просто что-то делать. Из видео. Что очень тупо. Откуда бы попался этот дикой? Игру вычисляет. Ну пиздец. Что? Что? Погоди! Что за...
Бля, хотел жить. Это очень красиво было. Ты понимаешь, это было просто очень красиво. Мне нравится, я просто такой стою и такой тык, тык, тык. И все.